четверо погибших и один пострадавший. Так, накануне закончилась смена на сахарном заводе в Буинске. Рабочие отравились газом. Какие пары стали смертельными, пока не установлено. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подробности нам рассказали в Следственном комитете. По предварительным данным, потерпевшие проводили ремонтные работы с использованием кладочного аппарата в преддефекаторе. Это емкость для смешивания дефеката. В какой-то момент двое мужчин, находившихся в емкости, прекратили работу. Тогда внутрь зашли еще трое сотрудников предприятия, но и они не вышли наружу. Достать живым удалось лишь одного рабочего, потерявшего сознание недалеко от входа в преддефекатор. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется осмотр места происшествия, на исследование отправлены образцы воздуха. Расследование уголовных дел продолжается.